Друзья, всем привет! Сейчас я сижу, занимаюсь нарезочкой последнего дня соревнований в Нюрнберге. Там остался финал, самая сочная часть, самая напряженная, самая интересная и так далее. Но материал пока не готов, монтаж пока еще в работе. И пока, чтобы нам не было скучно, Серега Белаш приготовил просто обалденный ролик. Это лучшие моменты 2018 года, первого квартала, поэтому там действительно есть на что посмотреть. Если вам понравится этот ролик, обязательно подписывайтесь на его канал, ссылочка будет в описании. Приятного просмотра, всем пока!